Аллоха, друзья, с вами игрушечный канал MapLoud. И сейчас у нас в гостях вот такая замечательная пони. Это у нас Мотрок Пай, сестричка Пинки Пай, живущая на каменной ферме. Давайте рассмотрим упаковку. Сверху виднеется логотип My Little Pony. Внутри у нас виднеется Мот Пай, в общем-то. Вот она внутри. Это у нас игрушка из серии Pony Mania. Вот тут написано, Мотрок Пай, Мот Скала Пай. Так она у нас, выглядит в мультфильме. Сама поняшка нарисована правильно, а вот куча на ней, конечно, цветочков малость не вписываются в общий антураж. Вся у нас коробочка выполнена в фиолетовом таком стиле, с кучей-кучей цветочков, вообще немерено цветочков. С боков у нас цветочки, с обоих. Также говорят, что можно зайти на Facebook и там что-то посмотреть. Так, с обратной стороны мы видим Мот Пай, которая во всей своей красе лежит с фейс-хуфом на мордашке. Внизу у нас предупреждение, что есть маленькие детали, и детям до 3 лет крайне не рекомендуется. Также, конечно, что это от компании Hasbro. И здесь у нас надпись. Мот Рок Пай loves to make rock candy with her sister Pinkie Pie. Что Мот любит делать каменные конфетки со своей сестричкой Пинки. Да, этим они занимаются, хотя, по-моему, они едят настоящие камни. Но, хотя, это было бы странно, поэтому, да, наверное, это каменные конфетки. Хотя, помнится, в одной из серий по вкусу они пришлись мало кому. Ну, кроме, конечно, семейства Пай. Ну, вот смотрите, у нас наверху тоже в виде цветочков такие вот специальные окошечки, в которые можно сверху посмотреть на Мот. Ну, чего нам на нее смотреть? Мы можем уже открыть ее. Оп-оп, нужны ножницы, чтобы отрезать скотч, которым по бокам все скрепляют. Отрежем сразу с обеих сторон. Так. Сверху тоже скотч. Нет, вру. Вообще вру. Нету скотча сверху. Можем открывать упаковку. Так. Оп, рассовываем ручонки и открываем, чтобы посмотреть, как же у нас Мот выглядит вблизи. Так, упаковки больше ничего нету, пусть она у нас в уголочке, там где-то красиво лежит. Так, прилагаемая бумажка нам рассказывает о том, что маленькие дети могут игрушкой подавиться. Не давайте маленьким детям есть игрушки. Вот так у нас выглядит упаковка. Тоже очень красочная такая, фиолетовых тонов. Упаковка нам неинтересна. Давайте освобождать несчастную Мот. Прикованную к этой упаковке. Прям-таки скованную кандалами. Эх. Оп. Свободу, Мот Пай! Свободу, Мот Пай! Свободу! Ура! И мы освобождаем, в общем-то, маленькую пони Мот Пай, у которой мне очень нравится сразу прическа сделана. Не надо ничего делать, хотя она тут так аккуратно прям сделана. Они прям не могут не радовать. Так, ну давайте рассмотрим Мот. Раз, она у нас в платьице. И давайте рассмотрим нашу Мот. Ну, у нее очень красивая мордашка. Она выполнена в стиле понимания, то есть у нее везде есть цветочки. Не знаю, как у них связано понимание с цветочками, но вот как-то они ее связали. Волосы у нее, смотрите, уже красиво очень уложены, поэтому не надо расчесывать, вся прическа идеально уже подходит. К сожалению, сейчас, тут вы если видите, здесь все лаком покрыто, чтобы челочка у нее держалась, потому что, ну вот, видимо, так легче было просто то ли клеем это даже скорее всего, клеем заклеили, и теперь у нее челочка всегда в таком положении. Это, конечно, отчасти радует, но немного смотрится, ну, не так, чтобы сильно красиво. Ну, у Мот у нас такие зеленоватые глаза и всегда такое выражение лица, фейс-хуф, копыто-лицо, так сказать. Так, давайте посмотрим ее симпатичный нарядик. Нарядик у меня ощущение не снимает. А нет, вру, снимаемый. Вот у нас липучечка на спине. Давайте снимем, чтобы рассмотреть поняшу поближе. А то на ней, оп, вот такой нарядик, его мы пока снимем. На поняшу зачем-то вот такая пластмасска была накреплена. Без понятия зачем, но мы ее уберем. И вот так у нас Мот выглядит вблизи. У нее есть кьюти-марка. Кьюти-марка в виде камня. О, господи, да ее любимый питомец это камень. Она с ним носится как с писаной торбой, как с любимым зверьком, потому что
Она его кормит. Чем, не знаю, что больше даже о нем сказать. Ну и, в общем-то, как в понимании, в этой серии у нее раскрашены почему-то копытца в цветочки. Не, на самом деле, вообще не похоже на мод, потому что, ну, цветочков... Какие цветочки? Это же камни. Она все должна быть такой каменный, мод, скалопай. Если ты сильный, смелый, умелый, то все равно ее ты себе не возьмешь. У нее длинный хвост, и если что, можно обрезать, чтобы он походил на то, как он у нас у мод выглядит. Он, правда, вот такой вот изогнутый у нее. И так не получится сделать, но все равно тут уж на вкус и цвет можно обрезать и сделать той длины, которую вы хотите. У нее крутится мордашка вокруг своей оси. А копытца у нее, конечно же, не шевелится. Ну, цвета она определенно такого же, как в мультфильме. Даже выражение вот в нее сохранено. У нее там постоянно реально выражение, какое-то лицо. Ну, и это такая она суровая, но, несмотря на всю свою суровость, она обожает свою семью и всегда готова помочь той же самой Пинки Пай, которая на нее абсолютно не похожа. Да и все семейство Пинки довольно странное. Но если вам надо одеть, платьице можно одеть, если что, обратно. Застегивается она на спине, и тогда она как будто бы в своем наряде. Хотя в мультике он у нее малость по-другому выглядит, насколько я помню, там что-то вроде свитера у нее было. Хотя могу и ошибаться. Давайте обратно его снимем. Что-то платьице мне не очень нравится, оно все такое цветное, неподходящее мод никак уж по стилю. И давайте вот так посмотрим ее. Вот она перед вами тут крутится во всей своей красе, показывает красивую фиолетовую гриву, кьюти-марку сбоку в виде ее камня. Любимый монет своего питомца себе на бок даже возымела. Так, ну вот у нее красивый взгляд, немного против то, что ей нарисовали везде цветочки, хотя и они тут не в таких больших количествах, как, например, в других кружках серии понимания. Там прям все пони в таких цветочки, много цветочек, невыносимо много цветочков, прям. Я вам обязательно покажу, кстати, эту серию. Они там больше на Амазонах каких-то похожи, разукрашенных. Но все равно, игрушка очень красивая, очень радует, что у нее уже уложена красивая прическа, и не надо стараться, чтобы сделать из нее то, что было в мультфильме, потому что здесь она идеальный подход, ну, по крайней мере, мне нравится. А если очень хочется повозиться с кучей причесочек, то можно взять другую пони, у которых ничего еще не сделано, и там развлекаться, рисовать, не знаю, что угодно делать. Я вот, к примеру, очень хочу, чтобы еще Marble Pie выпустили. И я забыла, как третью сестричку Пинки зовут. Мод Пай, Marble Pie. И, ну вот, вылетела из головы. Там злобная такая сестричка еще есть. Напомните в комментариях, как ее звали. А то вот вообще что-то не вспомнить мне. Также я бы с удовольствием в коллекцию поставил где-нибудь на полочку, чтобы были ее родители. Это темный кварц. Я помню только по игре Game Loft. Темный кварц. И отлично, папу я тоже забыла, как зовут. Сейчас я снимаю, у меня 5 утра, я, видимо, еще не проснулась. Не могу вспомнить поняшек. Ужас. Ай-яй-яй, мне как же я так могу. Ну, давайте вернемся к красавице Мод, которая, несмотря на всю свою суровую внешность снаружи, является очень добрым, милым, доброй и милой пони внутри, которая, к сожалению, это не всегда показывает, но готова всегда заботиться и помогать, несмотря на суровую, опять же, суровую такую каменную внешность. Камни повсюду. Ну, видимо, то, что она выросла на каменной ферме, возымело свое влияние. И вообще у них там у всех-то камни, по-моему, на боку. На Пинки Пай отличилась, и у нее шарики, наверное, тоже каменные внутри. Ну, вот, игрушка все равно очень замечательная. Я ее очень долго найти не могла, она тут каким-то образом пух и появилась. Чем меня не сказано порадовало, когда я ее решила приобрести. Ну и вот, надеюсь, вам очень понравилась игрушка, понравился обзор. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Ставьте лайки и обязательно комментируйте внизу видео, рассказывайте ваши впечатления о видео, просьбы, ну и тому подобное. Ну, надеюсь, вам понравилось. Всем пока, до новых встреч, и пусть удача всегда будет с вами. Пока! Marble Pie следит за тобой.